притаскали из датских полей. Самый лучший трофей — это такой сыр. Тут 1532 грамма. Но интересно, что цена фиксированная. Там есть кусочки до 1400 граммов. То есть на 100 граммов меньше и более. Но в одну цену 99 крон. Это очень дешево, потому что это фирменный сыр. Вот с тмином выбрали на этот раз. Такой хороший такой кирпич. Увесистый такой кусман. Ну, тут фасоль. Что-то надо есть. Она не очень дорогая. В томате кекс. Парочку уже съели. Но это из дорогих. Он вкусный, насыщенный. Есть попроще кексы. Колбаска, нарезка. Это даже не колбаска, а ветчина какая-то. Сахар. И, конечно, для котиков любимых. И кефир. Кефир классный. Сад в твоем животе. Вот реклама. Желудок цветущий. Интересная такая упаковка. Ну, вкусный. Сейчас взяли с наполнителем блубери. С черникой, наверное. А я больше классику люблю. И такой вот печенька дигестив. Она вообще копеечная. 5 крон. Ну, не сдобная, но и не галетная. Что-то среднее. Все, кексы уже съели. По дорогам еще 2. Вот такое. Такое у нас положение дел. Не густо, но и не пусто.